Доброго ранку усім. Будемо зустрічати гостей нашої студії. Цікаво, що тема нашої розмови така «Танцюй, крихітко!» І саме такий заклик, напевно, допомагає як найкраще зранку прокинутися. Так, танець доволі класний, не те, щоб прямо вже екзотичний на наших ротах, але просто дуже енергійний латиноамериканський бочата. Якщо я правильно, чи бачата, правильно, мабуть, вимовляти. І ось наші гості про все це розкажуть детальніше. Це в нас Валерія Оріщенко. Вітаю вас. Доброго ранку. І Олексій Оріщенко. Доброго дня. Вітаємо наших друзів. Організатори чемпіонату України з бачати 2019. Цей фестиваль вже буде проходити який раз? Втретє вже так. В Полтаві проходить, але взагалі тренери із соціальних танців. Правильно? Так. Да. Із багатьох соціальних танців. Бачата – це лише один із різновидів, правильно? Там до них можна і сальсу віднести, і що там ще? Да, в соціальні танці входять танці бачата, сальса, бразильський зук, регетон і зомба. Но когда мы 3 года назад подумали, какой все-таки сделать чемпионат в Полтаве, мы решили, что это будет бачата, так как на данный момент бачата – это самый популярный из всех существующих танцев в мире. Об этом есть доказательства, это мировые фестивали и конгрессы, на которых собирается такое количество участников, которое не собирается ни в одном другом танце. Угу. А бачата із усіх соціальних танців – це найбільш відвертий? Найбільш простіший до вивчення танець. Угу. Ну, відвертий, напевно, в якійсь мірі імпровізація відвертий. Може бути максимально відвертою, а може бути і нордичною. Я колись спробував завітати на один, так сказати, сеанс. Це, до речі, новачків. Було за кордоном. Да, за в кордоном. Німеччині. О, цікаво. І там нас тренери, якби, ну, які нам проводили цей майстер-клас, вони такі пожикували і кажуть, хтось із вас там пригадує, якийсь вони фільм назвали популярний у Європі, всі такі, так, так. Ну і так само, 2 притопа, 2 прихлопа, прокрутились і буде от вам бачати. Отак танцюють бачату в Німеччині. Ну, по суті кажучи, так. Ну, все залежить від того, хто з ким танцює в даний момент на вечірінці або на якомусь фестивалі. Родина бачати – це Домініканська Республіка. І от там є в плані близости партнера и партнерши в импровизации такое понятие, как 3 позиции, да, то есть знакомый, брат, муж. Да. Да? Вот. И то есть знакомый это чуть дальше, там брат или друг чуть ближе, ну, муж и, максимально да. близко. Вот. И там как бы это внегласное правило, и в принципе у нас оно тоже существует. Угу. То есть все друг с другом импровизируют, но все зависит от того. Так как я импровизирую с Валерией, я так не импровизирую ни с кем ну, другим. Конечно, и позицию, например, контакта, да, или вот я хочу ближе танцевать или дальше, это, конечно же, выставляет партнерша. Да, если она хочет, скажем так, зайти больше в ближний контакт с партнером, то она свою руку немножечко убирает за плечо партнера. Если она хочет из знакомого одразу человека то там є своя технологія. Підходить трошки ближче. До речі, наші режисери зараз можуть вивести на екран фотографії, щоб ми візуалізували собі, як це виглядає, як це виглядає. Я минулого року, до речі, відвідала фестиваль ваш, так, уже лютому він проходив. Я, чесно скажу, здивувалася, скільки було учасників багато, як всі завзято один з одним танцювали. Це було дійсно класно. Мені дуже сподобалася атмосфера, багато людей, всі танцюють, всі радіють. И постоянно изменяют партнеров. Какая система будет в этом году? Мы проводим чемпионат в самом сложном формате. Формат называется Jack and Jill. Угу. Это формат, где участвует не пара, да, не так, как, например, в бальных танцах, либо в других парных танцах, либо в социальных танцах, в обычных конкурсах. Это участвуют отдельно партнеры и партнерши. И они меняются между собой, и в процессе чемпионата никто не знает, кто с кем будет танцевать. То есть они выходят, встают напротив друг друга, ведущий может бросить там кубик или загадать кому-то какое-то любое число. На это число меняются партнеры и партнерши, да, либо девочки сдвигаются, либо парни сдвигаются. И таким образом образуются случайные пары. Они танцуют импровизации, и потом это происходит второй третий раз. Угу. Это очень сложный формат, но мы считаем его наиболее правильным, так как социальные танцы популяризируют импровизацию в первую очередь. Да.
то возможность показать спонтанную импровизацию с незнакомым партнером и партнершей – это как для конкурсов самый важный показатель того, что умеет партнер или их партнерша вот в данный момент. Ну и самый главный показатель – в социальные танцы все приходят, ну редко приходят парами, да? Вот каждый сам по себе приходит. Поэтому Jack and Jill – это самый лучший формат для тех, кто пришел один, у него нет пары, но они хотят участвовать в конкурсах, да, хотят выигрывать, хотят получать настроение хорошее. Поэтому это самый лучший формат социальных танцев, ну, конкурсов в социальных танцах. Угу. Ну і приходять на змагання не лише ті, хто професійно займався танцями будь-яким видом, а й любителі. Звісно. Да. І чаще всього якраз любителі, які приходять займатися соціальними танцями, які до цього не займалися ніякими танцями, чаще всього їм спочатку дається складніше, ніж, допустим, бувшим танцорам інших направлень. Но по итогу вот как раз вот такие вот танцоры выигрывают чемпионаты. Они такие просто отжигают без задней, как такое. Они танцуют по-настоящему. Да, они по-настоящему. От души. В социальных танцах очень важно танцевать изнутри, да, нежели танцевать спинка ровная, тут так, тут так, тут так. Эмоция, самое главное, это эмоция. То есть все зависит от эмоциональной составляющей и музыки, которая звучит. Ну, але ж це, мабуть, дуже складно, от реально змінювати партнера. Ти його не знаєш, не відчуваєш, який він, що якісь він. Якісь бар'єри психологічні. Ну, на самому начальному етапі ізучення ми не стаємо прямо в контакт в пару, да? Тобто ми стаємо, беремося просто за ручки і учимо якісь определені базові движення. Зі часом, звісно ж, люди привикають друг до другу, да? Ну, и потом со временем потихонечку, спокойно мы, скажем так, приближаем друг к другу людей. Но мы называем этот процесс поиск компромисса. Когда даже если, к примеру, взять наш чемпионат, да, если участвуют даже опытные танцоры, которые уже несколько лет изучают бачату, всегда есть такое понятие, как базовая техника, базовый принцип танцевания основных движений, но дальше пути везде расходятся, так как настолько обширный танец бачата, что вариантов техник исполнения любой фигуры, их очень много, и любая из них правильная, они разные, кому-то нравится так, кому-то нравится так. И когда встречаются незнакомые танцоры на танцполе, процесс притирки с разной идет. Техникой, да, и партнерша классная, и партнер классный, но техники разные. И вот тут начинается танец компромиссов. То есть партнер подстраивается под данную партнершу, партнерша подстраивается под данного партнера. И вот так вот получается танец. Тому і називаються вони соціальні танці. Соціальні, так. А як же от оцінити? Так багато людей, вони стають в пари, швидко танцюють, ну треба багато часу, там різні категорії, так у вас? Да. Як оцінити? Хто в журі? Це я натякаю на журі. А судді хто? В журі у нас, як завжди, лучші преподаватели бачати України. І в цей раз вперше у нас гості з ближнього зарубіжжя. Но в основному ми ставимо завжди акцент на українських преподавателях, так як по європейським меркам в Україні дуже сильно за останні кілька років вирос рівень соціальних танців. І в цьому році, да, так як і в прошлому, вже можна було з твердістю сказати, що наші інструктори, як мінімум, не уступають європейським інструкторам, а і во многому вже їх обходять по рівню танцювання. Поэтому для наших участников очень престижно, вот когда все лучшие преподаватели Украины по бачате собираются в одном месте и могут оценить по достоинству участников. Но в этот раз мы придумали изюминку, так как судить Jack and Jill для судей – это всегда очень сложная очень работа. Сложная, да. Обычно соревнования, где проходят несколько танцевальных стилей, судьи разделяют, то есть одни судьи судят один танец, другие судьи другой. И у них есть время отдохнуть, то есть они могут посудить один стиль, потом отдохнуть, и потом следующий их тур здесь через время опять сложнее судить. У нас судьи судят 5-6 часов подряд без перерыва. Вот. Это очень сложно. Поэтому в этом году мы решили чуть-чуть упростить задачу. И если предыдущие два чемпионата у нас и судьи мужчины, и судьи девушки оценивали всех,
участников, то в этом году у нас мужчины оценивают мужчин, а девушки оценивают девушек. Ну, это, скажем так, правильно с точки зрения техники, да, и с другой стороны, как ни девушка лучше может оценить технику танцевания партнерши, да? Или мужчина оценить именно мужскую стилистику, то есть тот, кто знает, как она танцуется на практике. И помимо этого им будет судить немножко легче, так как внимание будет они конкретно смогут больше сосредоточить внимание на меньшем количестве участников, соответственно, больше будет времени рассмотреть все технические нюансы и более объективно оценить. Угу. Ну, це дійсно складна робота. Я не знаю, як вони встигають всіх помітити, правда. Дуже швидко відбувається, динаміка величезна. Да, да. В целом для судьи самое сложное – это суметь одновременно видеть на танцполе несколько пар. Угу. Так как музыка разная, и технические составляющие, вот, которые применяет хпара, они могут каждые 10 секунд меняться. Да? Сначала быть там, движение одной стилистики бачаты, потом другой, потом третьей. И невозможно оценить, если смотреть на каждую пару по отдельности. То есть самое сложное – это то, что нужно оценивать сразу все пары, вот, которые находятся на танцполе. Но обратно же, судьи у нас опытные, и как бы с практикой это приходит. То есть практически все судьи, у них за спиной уже, скажем так, не один десяток конкурсов в судействе, поэтому они уже более, скажем так, привыкшие к вот этому формату. А на самом деле, да, самое сложное в социальных танцах – это именно видеть сразу все пары на танцполе. Так, ви теж будете в журі? Так. Да. Угу. Діма, ну ти в Німеччині вже соціальні танці потанцював. Не виникло в тебе бажання в Полтаві спробувати? Ну, не те, щоб... Ну, воно, знаєш, як то кажуть, смак приходить під час їжі. Так. Це треба, знаєш, зануритися просто в ту атмосферу. Ну, тому що там, ну, в кожного клубу, в кожної спільноти вона своя. І, звісно, в Німеччині була своя, а в Полтаві своя. Яка в Полтаві, чесно кажучи, я раз, по-моєму, на якомусь ознайомчому занятті був, але не пригадую навіть коли це було. Рік, півтора, два назад, скільки тому назад. От, і нічого сказати не можу, просто це було так, дуже поверхово. А скільки учасників, до речі, у вас зареєструвалося вже? Багато? Так, да, около 200 учасників. І це дуже багато по меркам соревнований, вот, которые проходят в Украине, так как 200 участников только по одному танцевальному стилю, это, ну, это очень много. В этом году очень много партнеров. В этом году, да, очень много парней участвует, намного больше, чем в предыдущие два чемпионата. Так и хочешь, чтобы их зарубило человекам. Да, за два дня до конца регистрации мы перепугались, честно говоря, потому что было в одной категории больше партнеров, нежели партнер, что такое в Украине вообще редкость. Вот, но потом, слава богу, все выровнялось, но все бы, ну, все удивлены были, потому что с партнерами, как говорится, напряженка иногда бывает, а в этот раз... Как мы говорим, что популярная фраза «мужчины не танцуют» уже не работает. Мужчины танцуют, и при том с каждым годом танцуют мужчин все больше, больше и больше. И все краще. Это очень приятно смотреть на это. Кубки, дипломи, нагороди, ви приготували вже все. Да, вже все готово, всі награди ждуть учасників. В этом году очень много мы содействовали с организаторами европейских чемпионатов и фестивалей, крупных, и не только европейских. Поэтому все призеры и победители, кто будет участвовать в этом году в чемпионате, получат очень много подарков, призов, бесплатных мастер-классов, бесплатного участия в конгрессах и фестивалях за рубежом. Раньше нам не удавалось, скажем так, таким масштабом, скажем так, по-хорошему выпросить у организаторов больших мировых чемпионатов столько скидок, но в этом году вот, все-таки нам это удается больше. Да, как да, у нас, это и Мадрид, это говорят, Украина, Украина Европа, стала ближе к Европе. И вот мы, это, мы тоже пытаемся туда двигаться, и мы ощутили
Потому что никто из организаторов нам не отказал. Все организаторы европейских фестивалей, кому мы написали предоставить скидки для победителей нашего чемпионата, предоставили абсолютно все. И абсолютно все предоставили, скажем так, минимум в два раза больше, чем мы просили. Угу. Вот. И тоже это очень приятно. И для участников, я думаю, это очень приятно, так как сейчас больше появляется возможности ездить на фестивали за границу, больше самих фестивалей за границей, и мы тоже за границу ездим, и то есть участникам будет за что бороться, и я думаю, что победители будут очень довольны. Ми переконані в цьому, і всім бачатеру поспішаємо повідомити, що коли це все дійсно відбудеться? 9-10 февраля. Через два дня. Реєстрація ще відкрита? Ні, реєстрація вже закрита, вже була неділю назад, так як формат Jack & Jill подразумевает очень длительный процесс подготовки списков, категорий, да, поэтому Можем запросить только глядачів. А как зрители мы всех ждем 9 февраля в 17:00. Это все будет проходить в рестоклубе «Подиум», да, в Метрополитене на 5-м этаже. Все мероприятие будет длиться до 3 часов ночи. Да, с 5 вечера до 3 часов ночи. Поэтому все, кто захотят прийти, посмотреть, все, да. Можно відтанцювати. Так, дійсно, фестиваль «Збачати 2019», шановні друзі, чекає на всіх нас, можна тільки глядачами вже прийти. Організатори цього фестивалю, тренери соціальних танців сьогодні були у нас в гостях. Олексій та Валерія Оріщенки. Дякуємо вам, до нових зустрічей, успіхів. Танцюйте, заохочуйте всіх інших танцювати, залучайте до цієї спільноти якомога більше людей і приходьте до нас іще.